Друзья мои, всем привет! Значит, на ремонте у нас стиральная машинка Siemens. Вот такая вот панелька у нее. Значит, с подшипниками. Разобрали мы, значит, ее всю. Естественно, бак не разборный. И вот такая вот солянка получается. Пилить сложно. Значит, и придется спиливать ноги от мотора. Я, в принципе, уже пару раз так делал. Значит, пока их спилим сначала, а потом будем как-то на болты их стягивать, чтобы мотор держался. В общем, такой сложный геморройная замена подшипников. Ну, что делать, будем менять. Все, начинаем пилить. Сейчас все это дело. Процесс распилки, думаю, показывать не буду. Покажу, что получилось потом. Все, значит, бак распилился. Распилился, в принципе, хорошо. Никаких проблем нет, кроме, ну, естественно, отпиленных вот этих ножек. Ну, что там, в середине отверстия есть, на болты посадим, и все. Значит, чем пилю? Пилю обычной ножовкой с мелким зубом. Значит, для удобства, когда пилю, бак ставлю. У меня тут старый баллон есть автомобильный. Как бы и прям в него ставлю, и все нормально. Все, помчали все это дело чистить. И подготавливаю, ну, естественно, менять подшипники. И подготавливаю все это дело под скрутку, склейку и так далее. Так, ну сделали подготовочку. Значит, все шовчики почистил. То есть все нормально, везде прям все четенько, чтобы ничего, никаких посторонних там предметов, опилок и всего остального не было. Чуть-чуть отмыл бак. Все, сейчас будем запрессовывать подшипники. Сальник, набьем смазкой водоотталкивающей специальной, итальянской. И начнем, значит, все это дело собирать. Сначала наметим. Кстати, сразу, возможно, комментарий появится, типа, что вы сразу не наметили отверстие, потом там что-то... Я читал там у других, потом там соосность какая-то там нарушится, там еще что-то. Не знаю, никогда не заморачивался. Всегда все нормально было, то есть сверлил уже потом. Поэтому все, помчали. Так, вот так все это дело собрали. Здесь у меня такая тумбочка, очень удобно клеить баки. Значит, здесь все почистили, как я уже говорил, остался обезжиритель пройтись. Значит, вот это у меня смазка, которая для сальников гидро. Значит, на что я клею баки? Кимтек. Он идет как клей герметик. Ничего лучше я как бы не встречал. Ни разу никакой бак не потек. Все нормально, все держит. Проблем нет. Значит, на что скручиваю? Вот такие вот у меня винты. Вот. Под отвертку и, соответственно, под гаечку. Значит, это, по-моему, 20-е. А диаметр, наверное, 1,2 мм. Точно уже не помню. Обычно уже так, на память помню, где в магазине лежат. Беру просто и все. Значит, на многие мастера вижу на саморезы там какие-то, на черные по дереву. Кто зря, короче, кто как делает, не знаю. Скручиваю на винты и проблем как бы не знаю. Все, в общем, обезжириваем, наносим герметик, ну и склеиваем. Дальше покажу вам финальный результат, как все это будет выглядеть. Вот такой вот наш шовчик получился. Значит, все прокручено на винты. Здесь большое расстояние, здесь некуда сверлиться, но ничего страшного. Все вот так вот везде, без всяких саморезов. Не, саморезы, конечно, тоже иногда приходится закручивать, но это не основное крепление в любом случае. То есть это чисто вспомогательно, чтобы бак не потек. Здесь тоже все прокрутили, все хорошо. С ногами вот так вот получилось. Просверлили посередине отверстия. Вот здесь вот немножечко среднюю перегородочку выкусил. И все вот так вот прикрутил. Все, жить будет. Начинаем обратную сборку и тестируем. Все, машиночку собрали. Тестируем, она уже вон стирает.
Значит, нигде ничего не течет, слава богу. Все нормально. Все, можно со спокойной душой отдавать клиенту. Еще поживет. Все, всем спасибо за просмотры и до скорых встреч.